Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами я, Владимир, и голова называется «Только вперед», ребят, идем только вперед, играем в Uncharted 2 среди воров и продолжаем наше приключение. Лена с Хлоей уже вон там вот за коробками спрятались, а мы с чуваком идем, мы его подхватили в предыдущей серии и его ранили, короче говоря, и я его тащу просто, блин. Хлоя хотела его бросить, но я сказал, ребята, никак нельзя бросать его, берем с собой. А что, только пистолет есть? Да, прикинь, только пистолет. Так, давай, аккуратно только. Мне нужны патроны, Ленка, поделись патронами. Ну-ка, давай мы пока сюда зайдем, здесь патронов возьмем. Надо выбираться, скорее. А, сюда и надо, в принципе-то. Елена, запри дверь. А, вот и пистолет, нормально. Все, нам пригодятся патроны, потому что тут реально надо сейчас прям идти. И отстреливаться, мне ружье никакое не взять. Я могу только с пистолетом, потому что второй рукой я держу вот этого братана, чувачка. Он потерял свою камеру. Давай. Снимали они с Леной тут репортаж. Ну ничего страшного, найдет новую. Нейт, мы не можем. Иди уже. Иди давай, я дотащу его, ты че? Мы не можем, мы чувака бросить не можем, это точно, блин. Ну, вот так надо. Вроде тихо. Все, аккуратно, Лен, ты зря, ты так не выходи быстро к ним. Надо, чтобы я тут издалека стрелял. Ой, отпусти, ты чё? Вообще офигел, прикинь, взял Хлою, схватил. Такой дерзости я еще не видел от чуваков здесь, здешних. На, распишись, получи. Давай, братан, что там, не сильно же тебя ранили, можно и двигаться и побыстрее, я думаю. Хотя вон там истекает... А, у него сквозное, прикинь, там, короче, у него сзади вышла пуля. Ну, Джефф, держись. Джефф, держись, Джефф, я тебя дотащу, ты не переживай. Все будет хорошо, Джефф, все хорошо, не дрей. Вот теперь. Где, где, что случилось там, кто приехал к нам? Ай, пулеметчик, ё-моё. Но как мне справиться-то теперь с ним? Хлоя, твой выход, блин, давай. Чё хочешь сказать? Чё, я должен его отстрелять как-то, да? Ну-ка, может у меня граната... А, граната есть. Не, гранаты нету. Не, ну я, конечно, могу попробовать щелку ему попасть. Ну это капец. Да чёрт, а? Не, чё-то мы не так делаем. А, уже все ушли, а мы стоим с чуваком, отстреливаемся. Нам, короче, его и не надо было прибивать, пускай живет. Елена! Лена, осторожно, ты че, блин? Жива? Все в порядке. Ой, блин, вот это саданул к нам, а. Дайте мы в сторону отойдем с чуваком, подожди, а то нас сейчас прибьют. Да что такое творится-то, а? Может нам другой путь найти, а, девчонки? И мальчишки. Лен, ты иди разберись хоть с ним, а. Давай, ладно, давай я разберусь. Чё ж, блин, без меня ничего не можете. Вот и все. А чё, где патроны? Во. Еще один идет. Пулеметчик, кстати, не достает нифига. Так что все нормуль. Лен, ты встала? Хоть ты иди куда-нибудь спрячься. Я не знаю, прям стоит на проходе. Все, они больше не идут. Давай, пошли, чувак. Да ладно, он хоть не попадает нифига, а? Кривой какой-то. А что не идет? А, это стекло, что ли? Блин. Надо стекло разбить, наверное. Да отвалите, а. А, все, уже разбито, давай. Все, нас двоих, короче, накрыло, все. Давай еще раз. А, вот с этого момента и начали. Все, они уехали. А, вон они. Ездят, стреляют. Давай быстрее, заходим сразу. Сразу заходим, как только стекло разбилось. И уходим в сторону. Все, там девчонки догонят нас. Давай, давай. А, они опять приехали сюда. Смеетесь. Придется отстреляться. Не, дай, 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 я пройду. Все. Все, валим наверх. Сейчас они прикроют. Ну, девки нормально справляются, вообще. Молодцы, девчонки. Да, приятель, хороший ты выбрал способ наладить со мной дружбу, а?
И чё? Вот чёрт! Нормально. Можем спрыгнуть. Конечно, можем. Он нет. Он не сможет. У нас нет выбора. Нейт. Давай, Джефф. Придётся его сбросить оттуда. Всё. Ты пытался. Не вышло. Дальше тащить нет смысла. Мы не можем бросить его умирать. Он ну, уже всё равно не жилец. Не уйдём, погибнем вместе с ним. Так иди. Да. Тебя никто не держит. Я останусь. Хлоя. Я же пыталась спасти твою шкуру, идиот. Вот так. Хлоя? Чё ты делаешь? А, это этот что пришёл. Что это значит? Прости. Бросайте пушки. В смысле? Опять она нас, я короче, что, предала, что ли? О, Хлоя, а. Уведите её. Она ранена. Отведите к поезду. Нет, а, или она специально сделала так, да? Ты не умеешь вовремя остановиться. В этом мы с тобой похожи. Не скажи. Прости, но она сказала прости ему. Все, этот дерзкий главарь пришел. Так это и есть ваш Дрейк? Ну, такой серьезный мужчина, да. Да-да-да. Сейчас будет бить меня, наверное, да? Ты нес его всю дорогу от храма? Жаль. Нет! Ай-яй-яй, зачем вы так сделали, а, молодой человек? Расскажи, что ты нашел в храме. Именно то. Или уже не молодой. Ясно? Я знаю, где камень. Но ты его не найдешь без меня. Так что отпусти ее. Отпусти Лену. До тебя к камню. Ага, журналистка. Моя тень, идущая за мной по пятам. Удержите, если он не врет. Обыскать. Да, вот это разворот событий, так сказать, разворот-поворот. Крестик там стоит, все. Он гений. Похоже, теперь тебе нечего предложить мне, Дрейк. Плохо, плохо, чё же, нечего предложить. Возвращайтесь к поезду, готовьтесь выдвигаться, ты за мной. А вы без нас не справитесь, ребята, там. Убей их. Офигел совсем. Не вопрос ещё, ты посмотри, что на него, а. Так, что будем делать-то? Лучше быть его другом, чем врагом. Что, убьёшь нас, а? Просто хладнокровно пристрелишь. Сам ты как думаешь? Вставай. Вставай, а у говорю. Него вариантов нету, как нас прибить. Бежим! Но мы не сдаемся, не сдаемся, побежали. Вот и все, о чем мы раньше-то не могли. Блин, все равно этого пацана убили, надо было так свалить всем вместе троем и все. Ты как? И эти уже стоят такие, знают, что мы здесь, да? Да-да-да-да-да, все близко, давай быстрее, быстрее. Лена быстро вообще бежит, а? Даже быстрее меня. Ай, блин. Да что такое, а? Что-то давно я не бегал, запыхался уже. Куда? Скорее. А куда надо? А, вон труба, ё-моё, не туда пошел. Лена, быстрей. Наверх, за мной. Да-да-да, я тебе сейчас помогу. Иди сюда, дай руку мне. Опачки. Ничего себе там высоко. Ну, нам не привыкать, Лен, давай, мы уже так прыгали с тобой где-то. Где мы только не прыгали, сюда. Где только не лазили. Пригнись. Ты цела? Тихо. Да, я в порядке. А ты? Жить буду. Ладно. Все, тихо. Думаю, оторвались. Не стоило тебя впутывать. Я сама в это ввязалась. Ну, в смысле, ты же поняла меня. Мы знали, на что идем. Ладно, так. Ну так-то да, сама приехала, что тут говорить. Что будем делать? Ну, чувака жалко, я конечно, того. Ха, кто б сомневался. Пойдешь.
Флинн говорил про какой-то поезд. Значит, ее могли увезти в депо. Сюда. Пройду там, мимо водокачки. Нейт, она держала нас на мушке. Я знаю. Она бы и курок спустила. Просто ее опередили. Это сложно. Ну, конечно. Флинн знал, что она была со мной. Если Лазаревич поймет, что она предала, ты знаешь, что будет. Да, это я хорошо представляю. Тогда ты понимаешь, что выбора у меня нет. Надо идти спасать ее. Бандитский кодекс чести, а? Конечно, хорош болтать, пошли спасать Хлою, надо что-то решать уже. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Полагаюсь на авось. Ты ни капельки не изменился. Ладно, пойдем. Что? О, нет, 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 ты со мной не пойдешь. Нейт, заткнись. Ясно? Упустим твой поезд. Вон оно как, да? Я за тобой. Успеть на поезд, ребята. Поэтому, я думаю, в следующей части мы успеем на поезд. Всем спасибо, всем пока. Удачи, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. И, ребята, всем пока.